В Чувашии вынесен приговор адвокату, совершившему ДТП, в котором пострадали 3 человека. Мужчина превысил разрешенную скорость на дороге, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью людей по неосторожности. Адвоката адвокатской палаты Чувашской республики признали виновным в совершении преступления. По данным Следственного комитета Чувашии, вечером 10 августа 2021 года адвокат, двигаясь с превышением допустимой скорости на своем автомобиле марки Toyota RAV4 по левой полосе, предназначенной для движения в попутном направлении по автодороге Цивильск-Ульяновск, при перестроении в правый ряд не уступил дорогу «Ладе». В результате столкновения «Приора» выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем «Лада Гранта». Водитель и 2 пассажиров этих транспортных средств получили тяжелые травмы. Причастность осужденного к совершенному деянию доказана совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, в том числе показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями, проведенных по уголовному делу судебных экспертиз, а также другими материалами дела. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год. Кроме того, решением суда в пользу каждого из потерпевших с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 400 000 рублей.